Приветствую, дамы и господа. Мне предложили рассмотреть индекс альтсезона. Короче, он исчисляется, если 50 топовых альткоинов будет больше, чем биткоина в течение The Last Season. В общем, короче, если индекс более 75-50 альткоинов, тогда начинается альтсезон. Ну, это все, как говорится, графики. Давайте посмотрим, проведем гадание. Можно ли задавать вопросы на эту карту? Да, нет. Да, на этих можно, да. Да, отвечает колода. Но мы будем ее... Так, эта колода. Да, тоже отвечает по альтам. Наша любимая золотая. Да, нет. Будешь работать? Да, тоже работает. Тройка пентаклей. Вот на ней начнем. На полгода индекс 75 и более. Да, нет. 50 топовых альтов. Индекс. Январь месяц смотрим. Колесо удачи, да. Дама. Двойка мечей. Как повернешься, колесо удачи? Ну, жаден какая-то. Будет статичность. Сейчас пока что. Сейчас нейтральный он индекс. Но будет статичный, нейтральный. Но быстрая карта, колесо фортуны. И здесь он стоит у нас, это... Влево-вправо, то есть с завязанными глазами, это тупик. Пока что тупик. Январь пока тупик. Ну, колесо удачи присутствует. Как ты откроешь? Ну, хотя как ты откроешь? Давайте на другой карте посмотрим. Так. Индекс альтсезона. Январь. Сейчас нейтрально. Ну, я так думаю, что... Ну, вы знаете, здесь богиня-императрица, она поддерживает его. Пока что идет поддержка его. Ну, как самого такого его сейчас нет. Давайте смотрим февраль. В феврале будет индекс более 75% стрелочкой. Так. Так. Итак, страшный суд. Кармическая карта. Причина следствия. Здесь да, да, в феврале может двинуться. Но я не говорю, что он больше 75. Но здесь положительный ответ. Ну как положительный ответ? Положительный ответ с двух сторон. А вот страшный суд – это причина следственная карта. Давайте смотрим. Страшный суд. Нет. И здесь юстиция, закон и порядок, юстиция на дне колонны. Выше. Нет, ну импульс какой-то будет. То есть поступательное движение возможно. Хотя принципиально здесь положительный ответ. Здесь положительный ответ. А вот эту вот такую загадочную карту открыли. Что по колеснице-то будет? Дьявол. Нет, ребята. Хотя будут какие-то, видимо, будут единичные какие-то альты там отстреливать. Но я имею в виду, ну, хотя бы из сотки альтов вот этих вот. Не будем смотреть там всякие щитки, там это не поймешь что. Вот, а альты, ну, то есть конкретные такие вот. Видимо, там что-то будет стрелять. Но в основном индекс будет нет. Показывать нет. Хотя здесь движения будет. Так, далее. Февраль. Март. Индекс альтсезона. Март. Вот. Приятное известие будет альтсезона. С такой защитой, с пробитой головой. Нет, в марте что-то лежат они. Мелкие все карты. Ну, как мелкие карты? Старших арканов нет. И рыцарь вдохновения отдыхает. И здесь стоит, вот видите, уже на такой границе. Ну, приятное известие. Граница охраняет свою охрану. Так, по нему будет колесница. Благоприятно. И десятка. И опять страшный суд. Нет. И опять дьявол вылезает. Нет. Ну, я не вижу здесь пентаклевую масть. По страшному суду. Ну, по страшному суду будут кому-то раздавать монеты. Будут все-таки ликование у публики там по каким-то монетам избранным. Но фактически того, чтобы эти все альткоины дали цифру 75 и более, 75%, да, этого я не вижу в марте. Во всяком случае, не то, что я не вижу, это карты не показывают, так как я их расшифровываю. Так, март, апрель. Вот апрель будет, я думаю, интересный. Апрель будет интересный, и май будет интересный. Я думаю, да. Май будет очень интересный. То есть там, может быть, апрель смотрим. Но это мое мнение. Апрель. Ой-ой-ой-ой. Вообще хорошая карта. Апрель. Что у нас в апреле? Да, мы все знаем. Опять страшный суд. Да что это такое?
королева жезлов по страшному суду. Рыцарь монет. И карта бланка. Ребят, может быть, в апреле карта бланка на удачу. Может быть, по страшному суду у нас, ну, небольшое, может быть, оно до 75, там до 70 не дойдет индекс. Ну, возможно, возможно, будут какие-то идти. По страшному суду страшный суд открылся очень хорошо и благополучно в апреле. Вот. И здесь карта победителя. То есть глашатого, не то, что победитель, это колесница. В тех предыдущих был расклад. И королева жезлов, то есть это какая-то социальная особа, обладающая особыми, обладающая специально какими-то полномочиями. То есть руководительница, либо руководитель. У кого такая вот энергия. Она здесь женская энергия с черной кошкой. И все такое просто как энергия. То есть лицо какое-то, person с такой вот определенной этот, этой, да, very important person. Ну, не высшего ранга, а среднего ранга. Ну что мы, страшный суд открыли, здесь карта талисман, да, карта талисман. Да, карта это вот я выбрала просто, это то, что дает надежду, опору, удачи, кораблик. Ну, так, 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 ну что. Ух ты, ну как интересно. Ну что, у нас двойка жезлов. Ну, вы знаете, здесь по двойке жезлов он только уже, ну, как говорится, собрался идти. Да, и что ты двойка жезлов-то? Так. И здесь получается у нас тройка кубков. Ну, тройка кубков здесь она стоит. В общем-то, она не очень такая позитивная. А так вообще тройка кубков – это всеобщее ликование по другим картам. Всеобщее ликование. То есть люди ликуют по какому-то определенному поводу, то есть триединству, да, они выпивают там это все. Ну, давайте еще одну карту, как это все, так, смотрим, 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 смотрим. Иерофант, да, поддержка будет. Все-таки апрельская поддержка будет. Конкретного по старшим арканам я не вижу здесь ответа «да». То есть здесь оно ни да, ни нет, но страшный суд, оно, в общем-то, всегда нет. Но открылся страшный суд, очень хорошо, неплохо открылся. И здесь карта бланка, удачи, да, удачи. Так, давайте еще одну колоду возьмем, потому что не ясный расклад. Апрельский-то. Какой апрельский? И что такое воровство какое-то будет. Отшельник. Хорошая карта отшельник. И король. Ну, здесь какой-то обман будет. Все-таки это обман. Это будет типа индекс, не индекс, типа и карта бланка, и все. Но по отшельнику нет. Да, немножко в связанном состоянии будут альты, как пленники. Видите, они смотрят на себя в зеркало, это отображение по отшельнику. Отшельник – хорошая карта. Она принципиально дает внутренний свет. Свет, мудрость, энергия. В любом случае, мудрость – это энергия. Но здесь вот эта вот карта, это семерка, это какой-то шпион, предатель, вор и обманщик. Видите, ворон он. У него стащили перья, он кричит. Кричит он! Выпьет, выпьет. Так, май, май смотрим. Нет, я не уверена, хотя здесь, в общем-то, не то, что я не уверена, но страшный суд открылся благоприятно. Это дала карта бланка. Возможно, возможно. Так, так, давайте смотрим. Май месяц. Королева. Опять тупик. И опять девятка кубков. Здесь уже самодостаточный человек. Ну, какая-то вот тупиковая. Ну, какое-то не очень оно. И звезда надежды будет надеяться. Да, 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 да. Здесь, в общем-то, да, но долго ждать. И, в общем-то, с тупиками, со всякими разными приключениями. Здесь две позитивные карты. Это уже не хочу ничего. Так, смотрим. Возможно, там же будет этот принятие в мае. Тупик по принятию эфириум ETF, да. То есть опять там песни о главном начнутся. Старые песни о главном. Ну, какой человек там сидит в этом альтах. Ну, альта – это первый, кто эфир. Как это богатый человек, который будет создавать надежду на... Ну, здесь будет все-таки какое-то неприятие. Видимо, оно... То есть какие-то связаны с эфириумом. Да? Дела. Но в то же время это будет волшебная палочка. Туз... Ой, не волшебная палочка, а туз благоприятный. Да, ответ благоприятный, да. Туз с этих пентаклей, динариев. Волшебная палочка. Ну да, все равно. Это не палочка, а волшебный динарий. Волшебный динарий. Очень много надежд. Медиа очень много будет. Разговоров всяких разных, пересуд. Ну, карта принципиально здесь старший аркан положительный. Ну что еще давайте? А вообще не будем. Не будем. Так, май месяц не будем. Здесь положительно. Ну, будут какие-то препоны. То есть такие. Одна условно такая негативная, вторая негативная. Это дамочка, что нам может принести? Королева-то. О, четверка монет.
жадину какую-то. Из Миларепа, великий Югин. Ну, вы знаете, четверка монет, вот здесь вот она, здесь в тех картах она расшифровывается очень. Ну, там жадина и все, ограничение в средствах. Здесь такое ограничение в средствах. Легенда у него, почему-то он желтого цвета, а так вообще он великий отшельник, который занимался... Ну, это его жизненный путь, сейчас быстро опишу. То есть, из богатый мальчик был, из богатой семьи жил с сестренкой, и случилось такое, какой-то родственник там, или кто там, ну, кто-то вообще там, они все родственники. Вот, он зеленоватого цвета сейчас вот здесь, окей, зеленый присутствует. А случилось так, что их там обокрали, обобрали, в общем, короче, выгнали из дома, отняли дом и все такое прочее, вышвырнули на улицу. Но, обладая необыкновенными качествами, он решил отомстить своему обидчику и пошел, значит, заниматься черной, настоящей черной магией. Так как у него были очень большие, ну, способности к реализации, то есть он, значит, короче, там всех их завалил при помощи черной магии. А потом посмотрел на все на это дело, очухался и говорит: а что я наделал? Что я наделал? Стал искать духовный путь. Принципиально у него вот такой вот был духовный путь. И пошел к учителю. Учитель сказал, ну, в общем, короче, для того, чтобы искупить свои черномагические эти приключения, эти все кармические наработки, ему пришлось соблюдать большую аскезу. Вот здесь вот большая аскеза. Везде он изображается зеленого цвета, потому что у него была такая аскеза, что он сидел когда на горе, там, в общем, отмаливал все это дела, ел только одну крапиву. Утром крапива, днем крапива, вечером крапива. И он позеленел от крапивы. Но исход был очень хороший. То есть он достиг, все это вернулось обратно, он вышел просветленным. Но вот это как раз вот показана аскеза. Аскеза и какие-то, в общем-то, затруднения. Хотя здесь да. Но здесь будет благоприятный момент. Туз кубков эмоционально будет нормально. Май. Май. Июнь. И мы заканчиваем, да? Июнь мы заканчиваем. Ох. О. Да. Здесь показано, что да. То есть сама мать земля отвечает да. Императрица. Луна в Тельце, она отвечает всегда строго и четко «да». Это вот карты двойка жестов, то есть это уже оформленное какое-то желание, движение куда-то в путь. И королева кубков, посмотрим, давайте ее откроем, королева кубков, как она будет. Она, потому что карта неоднозначная, она положительная, но вообще она здесь в окружении императрицы, она будет эмпатичная. Ну, императрицу давайте откроем. Ну, будет разочарование какие-то все-таки небольшие. Из-за того, что он будет, возможно, он будет, но из-за того, что здесь он не такой вот сильный будет. То есть, во всяком случае, он будет управляем. Очень много страхов. Очень много страхов. И он будет управляемым. То есть, это не то, что там все король и королева, которые... Ну, королева еще так себе, а король-то он полностью распоряжается. И рыцарь там. Ну, это человек подневольный, в то же время ребенок. И, может быть, даже вестник. Ну, ничего, открылся так со страхами. Ну, будет все-таки разбитое сердце, первая победа. И опять очень много надежд, но принципиально да. Но через вот эти вот перипетии. Давайте посмотрим эту тройку. Звезда куда-то там отлетела. Так, июнь. Раз. Два. Хорошая карта, четвертая и три. Вот смотрите. Здесь у нас, в принципе, здесь не мечевая карта жезлов. Так, что у нас здесь? Шестерка жезлов. Это тот, который на коне победитель, да? Но здесь вот он на этом, на своем животном едет. Не знаю, верблюд, лама или кто там еще. Но здесь почему-то он на ламе. Лама. Лама на ламе, да? Глашатый. Вестник на фоне солнца. Здесь стихия вода. Благоприятная новость. Четверка тоже вода здесь. Жезл вода. Молитвенное колесо создает пространство таким образом, то, что идет позитивный ответ. Страшный суд Авал Китешвара. В этой ситуации Авал Китешвара, он божество сострадания. Я сама была удивлена, то, что Авал Китешвара это Омани Падмехум, божество сострадания, там много форм, но почему-то страшный суд. Ну, видимо, так вот оно так работает. Ага, давайте его откроем. Ну, принципиально здесь у нас
Король мечей, острый лом будет. Так, король мечей. Ну, все равно он король мечей, он откроется неплохо. Он откроется тузом этих. Опять эмоциональная радость. Тузом этих чаш. Кубков. Ага. Кубков. С лотосом. Видите, все равно стихия. Он, стихия огонь, а здесь вода. Ну, в общем, короче, все помешано. Здесь огонь с водой помешан. Ну, король мечей остерегаться надо. А так, принципиально, да. По старшему суду вот такая вот открылась. Ну, я так думаю, что... Я так думаю, что... Да. Император, да. Все-таки да, больше да, чем нет. Все-таки возможно. Да, чем нет. Но очень много разных событий. Императрица, император нам попались. Значит, что у нас из старших арканов? Один, который... И звезда положительно 3. Этот вот один такой страшный суд. Это он открылся, ну так, на 50% негативно. Ну, такой вот расклад. Благодарю за внимание. Желаем профит, получить свою прибыль в сезоне. Чтобы ваши вложенные деньги в проекты вам дали очень хорошую отдачу. Всего хорошего.